я чувствую, что среди своих. Хотя мы сейчас еще это проверим. Потому что... А что все встали, я не пойму. Здравствуй, Сочи! Здравствуй, золотой фонд компании «Арифлорин». Здравствуй, «Арифлорин». Знаете, я хочу с вами поделиться одной историей, которую когда-то очень давно мне рассказала мама. Эта история определяет поступки. Жил-был маленький мальчик, который родился в пустыне. Но однажды ему приснилось море. И с того момента он больше не мог жить как прежде, потому что у него появилась мечта. Он всем сердцем стал мечтать когда-нибудь вырасти и увидеть море. Он вырос. Покинул родительский дом и отправился навстречу своей мечте. На пути он встретил развилку трех дорог. Он выбрал одну из них. И на этом пути он встретил, он попал в уникальный город. Это был потрясающий мегаполис. Он просто покорил его. После пустыни это было что-то невероятное. Он познакомился с местными людьми. Это были потрясающие люди. Они предложили ему получить образование и остаться с ними. Он согласился. Он закончил университет, получил хорошую работу. Но однажды он понял, что он несчастлив. Потому что он так и не увидел море. Он вернулся к развилке. И на этот раз он выбрал другую дорогу. И на том пути он увидел другой город, который покорил его своей архитектурой, невероятными садами, природой. Но самое главное, он там встретил потрясающую девушку, которую полюбил всем сердцем. А она ответила ему взаимностью. Он забыл про море, он женился и стал счастливым отцом. Но шли годы, дети выросли. И однажды его жена стала замечать, что ее супруг почему-то печалится. Оказывается, все эти годы ему снилось в море. В один прекрасный день он не выдержал и вернулся на развилку. На этот раз он пошел по третьему пути. Долго ли, коротко ли вышел, неизвестно. Но его мечта сбылась. Он увидел море. Он увидел бескрайнее синее море. Он услышал крик чаек. Он почувствовал морской прибой, бриз. Он искупался в теплых волнах. Он был счастлив. Мечта сбылась. Но когда он огляделся, то обнаружил, что, оказывается, все три дороги вели к морю. Все дороги ведут к морю. Главное – не останавливаться. Мы с вами выбрали дорогу, которая называется «Арифлейм». И находясь здесь, своими собственными результатами, вы доказали, что уже успешны на этом пути. Главное – не останавливаться.
Как вам понравилась история про море? А вы чувствуете, что мы с вами на правильном пути? В нужном месте, в нужное время. Мы уже пришли к морю. А если кто-то обратил внимание, то есть черное море. Орифлейм ведет к морю. Орифлейм все время ведет к морю, все время вперед, все время выше и выше. Мы только сейчас вернулись с Кипра, там тоже Средиземное море. Сейчас мы едем в Майами, там тоже море. Карибское. В следующем году круиз на корабле. Япония. Причем Япония не просто Япония, ребят. Когда-то я могу спросить, а когда мы поедем в Японию? Потому что мы на самом деле хотим посмотреть весь мир с Орифлеймом. Он говорит, никогда. Я говорю, почему? Он говорит, потому что у вас для бриллиантовой золотой конференции слишком дорого, а для бриллиантовой конференции мы вас всегда везем в теплые края. А зимой, говорит, в Японии холодно. Вы представляете? Ну, видно, очень мы хотели в Японию, что они даже сдвинули срок, и везут нас в апреле во время цветения сахара. Это вообще не знаю, что в Японии во время цветения сахара. Кто не представляет, может посмотреть мой инстаграм. Потому что мы с моей сестричкой в этом году отмечали наше дни рождения в Японии. Это тоже была наша мечта. Распускание первого цветка сакуры. Первый, единственный цветок сакуры – это для них праздник. И более того, она уже такая длинная, более. Вот на юге начинает цвести, на севере еще только это самое. Но она постепенно идет волной цветения сакуры по всей Японии. И все это транслируется по телевидению, они все радуются. Но самый большой праздник для них – это не цветение сакуры, а опадание листков сакуры, который символизирует приходящую жизнь. Теперь вспоминайте, и нас туда Орифлейм везет. И нас туда везет. Много людей мечтают. Даже просто услышать, увидеть цветение сакуры. А мы с вами там будем. Мы с вами там будем. Причем это самое дорогое время в Японии. Это самый дорогой транспорт, самые дорогие гостиницы, самые дорогие рестораны. Мы там с вами будем. Кто хочет в Японию? Не все, я смотрю, ну кто-то еще. Кто хочет в Японию? Так, а кто будет в Японии? Я! А вы знаете, что для этого надо сделать? Да. Ребята, вы знаете, не так сложно. У стольких людей уже в мире получилось это сделать. Раз у кого-то получилось, значит, это возможно. Ну, раз это возможно, значит, это надо просто сделать. Как Сижан сказала, самое главное, не останавливаться на этой дороге. Все дороги ведут к морю, все дороги ведут сейчас в Японию. В Орифлейме все дороги ведут в Японию, начиная с бриллиантового директора. Что такое бриллиантовый директор? Шесть человек. Шесть групп. Что такое шесть групп? Это шесть человек, которым вы поможете стать директорами. Благородное занятие. Благородное и благодарное. Я очень горд работать с компанией «Орифлейм». Это, на самом деле, очень благородная и благодарная компания. Сколько людей изменили свою жизнь, сколько людей дали будущее своим детям. Это наша с вами работа. Это наша с вами работа. Потому что, оказывается, наша с вами работа делает других людей успешными. И чем больше вы других людей сделать успешным, тем более высоко вас фирма ценит. Ведь, понимаете, даже сам маркетинг компании «Орифлейм» говорит о том, в чем «Орифлейм» видит смысл этого бизнеса. Скажи, пожалуйста, нам звание присваивают, по всему миру возят, уважение оказывают, почет. За что? За объемы личных продаж? За количество людей, которые подписали?
или за количество обученных людей. Вы выросли двух, всего двух человек. Не пол России, не пол Москвы. Всего двух человек, это золотой директор. И вы золотой директор, вас фирма начинает возить по всему миру, начинает вызывать на сцену, получает цветы, дарит вам аплодисменты. Всего двух человек. Четырех вы сапфировый директор. Шесть вы бриллиантовый директор. Вы знаете, по большому счету, ребята, я с вами поделюсь одной маленькой тайной. В Орифлейме золотого директора все только начинается. Золотого директора все только начинается. Хорошая зарплата, поездки по всему миру, уважение, отношение к вам фирмы. Золотым директором это совсем другое, чем директором. Но это не конец. Это не конец, потому что на самом деле впереди есть бриллиантовый директор. Это еще больше денег, еще больше уважения, еще больше поездок, еще больше почета. Это еще тоже не все. Там есть еще исполнительный директор. Это еще больше денег, еще больше почета, еще больше уважения, еще больше поездок, уже вчетвером. Вы уже можете всей семьей путешествовать по всему миру. Вы представляете, о чем речь идет? Что от вас требуется? Что от фирмы просит? Денег? Что она просит от вас? Она просит вас высоко поднять голову и с гордостью идти в этот мир, идти в эту жизнь. И рассказывать, просто рассказывать о возможностях своего. Как-то раз у Данила спросили: «Данила, какая у тебя самая большая мечта?» Она ответила: «Моя мечта безграничная, как небо. Моя мечта очень большая, потому что я хочу, чтобы каждый человек на земле услышал про возможности Орифлейма». Это большая мечта, это достойная мечта. Это мечта, от которой есть смысл жить. Вы знаете, в одиночку это сделать невозможно. Но мы можем собрать такую команду, которая на самом деле донесет эту мечту до каждого человека на земле. Потому что компания Орифлейм тоже есть мечта. Того мальчика была мечта увидеть море. У компании «Орифлейм» тоже есть мечта стать компанией номер один в мире. Я горжусь своей компанией. Работать с компанией, у которой такие амбициозные планы. Мне с ними по дороге. Ребята, вас приглашаю всех в дорогу, к очередному морю, вместе с компанией «Орифлейм» и с нами.